Экс-мэру Петропавловска Виталию Иваненко не удалось смягчить приговор по делу о взятках. Камчатский краевой суд оставил без удовлетворения его апелляцию. Напомним, горсуд Петропавловска в декабре приговорил Иваненко к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей. В суде установлено, что бывший глава города получил от подрядчика по муниципальному контракту взятку в 700 тысяч рублей за общее покровительство через посредника, начальника муниципальной службы благоустройства. Также Иваненко получил взятку в 200 тысяч рублей от предпринимателя за содействие при заключении контрактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Посредником в передаче обеих взяток фигурирует и родной брат Иваненко Алексей, который приговорен к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 2 миллиона 200 тысяч рублей. Его апелляционная жалоба также оставлена без удовлетворения.